В городском округе Люберцы создан первый школьный спасательный отряд. Учащиеся 6 Г 28 школы отныне будут учиться оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и оказывать первую медицинскую помощь. На ознакомительном занятии побывала наша съемочная группа. В 28-й школе сегодня гости в форме МЧС. Это студенты 4-го курса Раменского колледжа, которые обучаются по специальности пожарная безопасность. Приехали поделиться знаниями с ребятами, состоящими в школьном спасательном отряде «Лисы». Участников мастер-класса поделили на две группы. Одной рассказывали про работу с огнетушителем, другой объясняли, как оказывать первую медицинскую помощь. Это в любом возрасте может пригодиться. Даже банальный вызов скорой помощи. Не все знают, как вызвать скорую помощь. То есть экстренная ситуация, она может быть в любом случае. Ты просто идешь по улице, и человеку стало плохо, а ты уже знаешь, как вызвать скорую помощь, это уже хорошо, я считаю. При поддержке Академии гражданской защиты МЧС такие открытые уроки для 6 Г теперь будут проходить регулярно. Кроме того, школьники станут постоянными участниками конкурсов и тематических соревнований. Я классный руководитель, и на мне большая ответственность лежит на воспитание ребят. Поэтому помимо того, что я их воспитываю, даю им знания, культуру, я хочу, чтобы мои ребята, они знали все и были готовы к жизни. Я узнала о огнетушителе, что они бывают разных размеров, разных видов, Нам еще рассказали, что пожарные машины, они больше используют КАМАЗы, потому что в них больше места. Там очень интересно, хотелось бы много чего еще выучить. Я узнала от МЧСников по скорой помощи то, что можно оказать первую помощь и как это можно сделать. Сначала там надо позвать человека, потом, если он не откликается, то надо его потрясти и еще раз его позвать в два уха. Потом, если мы понимаем, что человек не в сознании, надо ему сделать искусственное дыхание. Для этого надо 30 раз нажать и потом уже сделать два вдоха. И потом еще раз послушать. В городском округе Люберцы это первый и пока единственный отряд юных спасателей. После знакомства со студентами Раменского колледжа многие ребята выразили желание работать в МЧС. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛТВ.